первого международного турнира континентальной лиги дзюдо, в которой помимо российских команд участвуют и зарубежные команды. Хочу сказать, что соревнования примут в общей сложности вот в этом году 24 мужские команды, из которых 6 представляют зарубежные страны. Какие страны? Казахстан, Индия, Белоруссия, Таджикистан, Сербия и Иран. Это только в этом году. В следующем, надеюсь, будет больше. Пройдут соревнования в 3 этапа. Ближайшие уже через месяц небольшим, 8 апреля. Это будет на территории баскетбольного комплекса ЦСКА. Метро-аэропорт ближайший. Второй этап пройдет 6 мая. И третий этап это 8 июля. Итак, у нас что по жеребьевке? Сначала Сергей Игоревич фасеет 4 московские команды, затем уже Сергей Вячеславович поделится с Арсеном Галстяном оставшиеся, хотят шарики. И московские команды, естественно, в маленькой чашечке лежат. И я скажу, что их как открывать? Надо чуть придавить шарик, потому что иначе он тяжело открывается. Итак, Сергей Игоревич, да, начинаем. И показывайте, кто у нас в первую строчку попадает. Самбо 70. Ну, сразу первыми определили себя в группе А. Теперь группа Б. Кто там? МГФСО, группа Б. Группа В. Третья группа. Сорбис. Ну и, соответственно, мы понимаем, что Шабловка у нас попадает в группу Г. Да, Шабловка, да, мы догадались. Итак, еще 4 шарика. Конкуренты, кто будет? Все идет открыто, как раз повешали мы эти шарики. Стайки Беларусь попадает в группу А, самбо 70, поздравляем. Иран, Национальная академия дзюдо в группе Б. Интересный уже расклад получается. Группа В. Сорбис он идет. Динамо. Динамо напоминает 3 команды. Это Динамо Уфа. И 4 еще, да, из большого стаканчика. А, не 4, последний, группа Г. Турбостроитель. Ну, Санкт-Петербург, один из сильнейших клубов. Сергей Вячеславович, ваши 4 шара. Да, в борьбе тоже был период, когда жребий определял вот этот пресловутый через шары. Жемчужина Сочи, группа А. Значит, у них самбо 70, стайки и жемчужины. Группа Б. МГФСО, Иран и... Динамо Дмитров. Теперь группа В. Сорбис, Динамо Уфа. Группа А. Да, чемпион. Чемпион. Это из Железноводска. И да, это группа Б. Группа Г. Эдельвейс. Молодежь попадает в турбостроитель и Шабловку. Арсен Жираевич, пожалуйста. Олимпийский победитель, заслуженный мастер спорта. Счастливая рука.
Да. Ходжи Шариф, Таджикистан. В группе А. Это самбо 70, стайки и жемчужина. Группа Б. Япон Академия Дзюдо. Это Мумбаи, Индия. Группа В. Там Сорбис, Динамо и Чемпион. И Придонья. Придонья Тим, Волгоград. Группа Родина. Группа Г. Сергей Вячеславович, ваши два шара напополам. Так, с группы А начинаем. Джинус, Казахстан. Да, победа по Казахстану. Группа Б. Сербы, Red Star. Пока, по-моему, самая такая международная история. Арсен. Группа В. Клуб Дзюдо Уфа. Ну, здесь одни российские клубы в группе Б собрались. Ну, точно так же, как и в группе Г. Группа Г. Woodblade. Ну что ж, уважаемые друзья, жеребьевка состоялась. Все участники первого этапа континентальной лиги.